Что? Лукас. Здорово, молодые. Рад снова видеть вас у меня на канале. На связи, как всегда, ваш Тарик Лукецкий. И на этот раз вы узнаете о том, как научиться быстро и, главное, качественно редактировать Fortnite за 5 минут. Это будет очень полезно для тех, кто хочет поднять свой скилл, либо вообще просто с нуля научиться конкретно быстро, классно редактировать, а возможно даже выйти на какой-то серьезный уровень игры и попробовать поучаствовать в туриках и ради призовых. Ну и, собственно, давайте не будем тянуть кота за яйца и уже перейдем прямо к делу. Погнали в творческий режим. Итак, зайдя в творческий режим, вам нужно будет воспользоваться кодом одной карты, тренировочной, специальной, которая просто невероятно бустит скилл ваш в редактировании, и это реально работает. Если что, код на карту будет в описании к ролику, загляни туда обязательно, это действительно охеренный остров. В общем, код в описании, сейчас я вам все расскажу, покажу более детально, и поверьте, тренируясь каждый день перед каждой вашей игровой сессией по 5-10 минут, именно на этой карте, по всем ее схемам, вы заметите результат очень быстро. Ну и собственно сам остров. Вам нужно тут набрать всякого дерьмища, которое тут стоит, собственно, это дробовики, ППХ и рифт. Я лично сам для себя открыл эту карту вчера, и так как я особо перестал играть в Fortnite, потому что занят созданием видосов для вас, то мой скилл начал люто проседать, и я решил как-то с этим бороться, что-то делать, как-то начинать выпрямлять скилл, но у меня немного времени, которое я могу уделить игре. И эта карта, которую я нашел, просто бомба, она нереально подходит под мои требования, то есть за 5-10 минут в день я в принципе удерживаю свой скилл и даже его немножко бущу. Ну а если у вас будет свободного времени больше, там полчаса, час на тренировку в день, то вы, собственно, сможете достигнуть просто невероятных результатов. Лично я тактик уберу вот сюда и поставлю вот так вот, чтобы мне было удобненько, и погнали на саму карту. Собственно, сама карта довольно проста в понимании и в том, что вам нужно как делать. Во-первых, если вы прям совсем не умеете редактировать и хотите научиться это делать, то вам для начала нужно начинать с режима slow, именно вот с этого ряда заданий. Slow — это совсем уж замедляющий такой режим, и вам просто нужно пройти эту карту до конца, ни разу не запнувшись о стенку, а успев ее отредактировать. Желательно это делать обоюдными сторонами и редачить то ту сторону, то эту поочередно. Тогда вы будете равномерно как бы приучиваться крутить вот такие финтиплюхи всякие, и это действительно полезно. Но, как вы видите, моего скилла уже хватает, чтобы тут вообще спокойно бежать и вообще не останавливаться. Помимо того, что карта офигенно продумана в плане тренировочных действий, тут также все продумано и в плане быстрого возврата обратно, просто прыгаем в ретурн, и мы уже в самом начале. Как только вы начнете замечать, что вы уже можете very спокойно, прям на изичах пробегать, допустим, slow, ни разу не запнувшись, то вы можете переходить к следующему режиму, тут уже нормальная скорость, но тут уже нужно будет немножко это более в темпе делать, потому что вы уже бежите быстрее. И, собственно, опять возвращаться. И так, пока у вас не получится пробегать ее идеально, вообще не запнувшись. И каждый день с повышением вашего уровня скилла вы будете замечать, что вы, допустим, уже fast бегаете спокойно, потом very fast. И уже прям вот когда вы сможете бегать супер fast спокойно, то значит вы уже, в принципе, на уровне довольно жестких таких вот киберкотлет, и вам эти турики только завоевывать. Потому что на супер фасте, ну, нереальные скорости, короче, моей пожилой вот этой вот скиллухи вообще не хватает, чтобы ее пробегать на изи. Потом, что есть еще на этой карте? Есть также вот эти моменты, где вам нужно тренировать вашу реакцию и тренировать, собственно, отжатие стен, закрытие противника и стрельбу. То есть закрыли, хоп-хоп, делали так, убили одного, отредачили, убили второго. Ну, собственно, типа вот такой карты. То есть это один большой такой зигзаг, который, идеально пробежав, отредактировав и убив всех этих штучек, вы научитесь грамотно, быстро закрывать противника в коробке. Это, собственно, тренировка, так скажем, билдфайта. Она очень важна, и вот этим местом я тоже советую не пренебрегать, а проходить его также по 5 минут в день, хотя бы 2 кружочка выдавать, и вы не заметите, как буквально через, допустим, недельку тренировок по 5-10 минут перед каждой вашей игровой сессией вы будете намного лучше билдфайтиться в коробках, понимать эту всю фигню. Ну и если вы будете вот про это не забывать, то и редакт ваш еще вырастет. Следующее, что у нас тут есть, собственно, давайте мы сделаем вот так вот и рифтанемся в небо. Да, это тренировка редакта вниз, это тоже достаточно
важный как бы вот момент в редактировании, который у меня, кстати, очень плохо натренирован, потому что я его вообще не тренировал. Просто во время каток как научился, так и научился. Но если потренировать его, то в принципе можно достигнуть также охеренных таких вот каких-нибудь показателей. Ну и вот эти вот основные черти, которых нужно учиться редактировать для быстрого спуска вниз по стройке. Это также полезно и при билдфайтах, и или в давке противника во время билдфайта, когда вы его пушите. Это все довольно полезные навыки, которые вам пригодятся в игре для того, чтобы чаще занимать топы, чаще обыгрывать противников и поднимать свой уровень скилла. Окей, тут я больше не буду париться, погнали далее. И как вы можете заметить, самое огромное — это вот эта часть тренировочной карты, и она, пожалуй, одна из самых важнейших. Собственно, после того, как вы уже хотя бы, допустим, дошли до фаст режима и начали уже здесь практиковаться, вы можете помимо этого, этого и этого подключаться вот к этому режиму тренировки и начинать тоже его вносить в свой список тренировочных действий. Здесь вам нужно просто учиться бегать, редактируя, то есть передвигаться и редактировать без остановок. Это, безусловно, один из самых важнейших тренировочных моментов, просто элементарно, потому что в каждой катке, дойдя до лейта, вы столкнетесь с тем, что у вас останется 5-10 человек, и в принципе маленькая зона, на которой вы будете сражаться, будет полностью застроена карабасами, и вам нужно будет научиться быстро передвигаться по коробкам, редактируя проходы туда-обратно, закрывая за собой, и это важный аспект тренировки, вам обязательно нужно будет его тоже учиться делать, то есть бегать, быстро поворачиваться туда-сюда, редактируя. Если у вас уже начнется это все идеально получаться на больших скоростях, то попробуйте усложнить для себя эту задачу, закрывая каждую коробку после прохода в нее. Собственно, да, у меня, конечно, скиллухи не хватает, чтобы быстро это все делать, но я как бы только первый день тренюсь, и скилл я свой просрал довольно знатно за эти несколько месяцев, что я занимаюсь роликами, а не играю в Fortnite. Ну и, собственно, давайте перенесемся в лобби игры, чтобы нам уже было удобнее закончить видос. Хоба! Ребят, я надеюсь, это видео вам поможет как бы в начинании того, чтобы вы улучшали свой скилл, свое редачество. Код карты, на которой я только что вам, собственно, показывал схему тренировки, и сама карта, она есть в описании. Вы можете зайти, взять этот код, зайти в творческий режим и, в принципе, начинать повышать свой пожилой скилл. А также, специально для тех, кто досмотрел до этого момента ролик, я разыграю один новый набор скинов. Темный огонь, в котором есть 3 обертки, 3 кирки, 3 рюкзака и, соответственно, 3 скина. И все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, это быть подписанным на этот канал, поставить лайк этому видео, написать абсолютно любой комментарий под этим роликом. Ну и, естественно, обязательно вписать мой код автора в магазин предметов Лукас Дядя. Это будет проверяться, если что, делайте скриншоты заранее. Результаты мы подведем, как только на ролике наберется, допустим, давайте 4000 лайков. Это, в принципе, для вас изи, вы на прошлых и по 6, и по 7 набирали. Не забудьте подписываться и ставить колокол, чтобы не пропускать новые ролики и розыгрыши, и всегда быть в курсе всех самых интересных вещей из мира Fortnite. А с вами, как всегда, был я, Дядя Лукас. Всем до скорых встреч в новых видео. Всем пока!